Газ добывать можно не везде. Но это больше связано с экономической целесообразностью, с экологической. Но есть он везде. Как известно, по науке есть две теории происхождения природного газа. Одна из них – это минеральная, когда глубоко в недрах Земли при взаимодействии углерода и водорода под воздействием высоких температур и давлений образуется метан. И вторая теория – это биогенная, то есть метан образуется при анаэробном, то есть без доступа кислорода, разложении органических веществ. Но вот более правильно считается биогенная, вторая теория. Растения, животные, любая органика, а так как у нас органика есть в принципе везде, то, соответственно, любое ее присутствие подразумевает собой наличие метана. Когда-то здесь у нас было море. Как в давние времена в море сбегали с других рек песок, камушки, они, все это осаживалось на дно. Также происходило вымирание каких-то организмов, рыб, планктона, все это падало на дно, покрывалось сверху новыми осадками песка, других минералов. И вот образовались вот эти прослойки: песок плюс органика, песок плюс рыбки. И вот они и дали образование осадочным породам. Потом, когда происходили какие-то процессы, море отступало, образовалась западно-сибирская низменность, то есть приподнялась. И вот получалась территория, где мы сейчас находимся. Если взять Уральские горы, они сформированы все-таки магматическими породами. Там органики в них как таковой нет еще. То есть газа в них там тоже нет. Там другие месторождения других минералов. Мы все превратимся в газ, потому что, будучи погребены под землей, где нет воздуха, мы превращаемся в метан. Есть даже научно доказано, есть наблюдения, да уже исторические, что когда ходишь ночью по кладбищу, иногда там возникают огоньки, якобы души людей. А на самом деле это выделяющийся метан, он иногда самовоспламеняется. Ну и кроме того, знаменитый фильм «Властелин колец» смотрели, где там сюжет, когда Голлум водил Фродо с его товарищем по болоту, и там вот были эти личности под водой. Как раз в болотах метан очень-то и образуется, где есть органика, но которая закрыта водой, доступа кислорода нет. И вот там тоже огоньки были везде, они горели. Ну, фильм достаточно интересный и познавательный.